Одни из самых веселых и гостеприимных площадок развернулись на Цветном бульваре в рамках фестиваля «Мост дружбы». Все подворья постарались подготовить для гостей национальные блюда и яркие выступления ансамблей. Например, на площадке финно-угорских народов были открыты сразу несколько палаток и в каждой угощение. Это у нас рыбный пирог, черенянь. Это на все праздники, на все мероприятия, на все торжества мы печем вот этот черенянь. Значит, шанги морковные можно печь, картофельные с творогом, с ягодой. Мастера у нас сегодня собрались, я буду делать мастер-классы. Галина у нас Волдина делает мастер-класс по кукле Акань, по хантыйской кукле. Это у нас Любовь Абасова делает глухарку оберег. Корреспонденты «Тюменского времени» посетили несколько подворий и познакомились с культурой разных национальностей, которые проживают на территории Тюменской области. Здесь такое изобилие национальных блюд, вот просто разбегаются глаза и, если честно, слюнки бегут. Ануш, это что, все прямиком из Армении? Да, конечно, у нас все прямиком из Армении. Лахмаджо, авелюк, гата, все национальное, пахлава, абрикос. Прямо из Армении. Сейчас я обучаю своих детей, как вязать ковру. Это долгое и сложное дело. Это очень кропотливая работа, но получается очень красиво. И такие ковры очень дорого стоят, потому что они ручной работы. Да, правильно. Мы находимся на гостеприимном казахском подворье. Гульбайра Абаевна, расскажите, пожалуйста, чем будете сегодня подчивать и развлекать своих гостей? Конечно, мы сегодня как дастархан казахский, да, это наши первые гостеприимцы, когда казах приходит, казаху приходит в гости, это всегда дастархан. Бюрек. Это бюрек сделано из ливера. Там добавляется ливер, печень, немножко мяса, чтобы она была вкусная, мягкая. И его делают из теста, который ставят у нас в основном те домохозяйки, которые хорошо умеют. И вот сегодня принесли нам мамы из наших творческих коллективов и сами своими руками приготовили. Площадки будут работать до 17 часов, так что у тюменцев еще есть возможность присоединиться к празднику. Мария Рянина, Тюменская служба новостей.